Вот, смотрим. Смотрим на этого маленького монстра. Монстр из океана. Океанский монстр. Зараза такая. Кусучий. Покажи, что это у тебя клешни живые. Все думают, что ты мертвый. Слышь, животина. Все думают, что ты мертвый. Алло. Да пошевелись же ты в конце концов. Вот, 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 вот. Да, да, да. Пошевелись. Пошли, я тебя отпущу. Пойдем, я отпущу тебя. Будешь нашим королем. И будешь нашим королем. Парарам, парарам. Пай-ра-ра-ра-ра-ра. Вот такие вот монстры. О, селедочки поплыли. Вот такие вот монстры меня несколько дней подряд тут кусали за ноги. Но сегодня я на них отыгрался. Жена быстро-быстро поймала одного гада. Мы его схватили. Хотела поймать второго побольше, но он, паразит, дважды ускользнул из рук, и ему помогла волна. Он просто-напросто... Ах ты, царапаешь, что такое? Что? Сейчас я тебя отпущу. Люди хотят на тебя посмотреть. Не кричи. Ах ты, вредитель полей и огородов. А кто ракушки кусал? Кто ракушки поел, я спрашиваю, блин. Кто сожрал все ракушки здесь, блин, на дне? Я сейчас собирал ракушки. Блин, два кармана ракушек насобирал. Кто раскоцал ракушки, блин? Ты еще скажи, что это чайки были, да? Сейчас чайка будет пролетать, тебя я ее скормлю. Этой чайке. Нет. Я тебя, конечно, отпущу. Потому что ты все-таки зверь крутой. Ты морской зритель, да. Ты морской зритель, скажи, я зритель морской. Сейчас, блин, скажи, да. Вот попадись ты мне в море еще раз, я за ногу укушу. Не укусишь ты меня? Нифига. Какой ты маленький. Маленький, но вредный. Вредный, но маленький. Маленький и вредный. Так. Хорошо. Так, а. Вот, о, в тенечке хорошо видно? Очень хорошо видно в тенечке нашего крабца. Нашего крабца видно в тенечке хорошо. Вот он у нас. Вот у нас такой крабец. Пузо белое. Спина серая, бурая. Как раз, чтобы его не особо было видно. Но мы все равно его увидели. Сейчас вода. Вот посмотрите, сейчас вода какая. Обалдеть. Теплынь, блин, просто теплынь. Итак, устраиваем эксперимент. Опускаем краба в теплую воду. Опа! Что, не нравится? Это ж твоя стихия, ты животное. Он прифигел. Ему на солнце понравилось. Опа-на, все такое. Все такое, все там такое, все там. Что мы там лапками своими машем? Что мы там лапками своими машем? Да? Да ну ладно, блин. Ну, в общем, так. Хорошо, крабе, хорошо, мы договорились. Я отпускаю тебя, отпускаю тебя, мелкий ты морской скорпион. Сейчас я таких вот крабе, как вот этот, штук 20 наловлю или 30. И будем из них сегодня варить крабовый суп. Хоть бульон какой-то будет, что ли. А? Сделать из тебя бульон или нет? Итак, наш краб только что был опять опущен в воду. Набрался водички, похлебал. И сейчас я его отпущу. Покажи всем привет с Карибского. Фу, блин. С Адриатического моря. Покажи всем привет с Адриатического моря. Помахай крабой. Ну-ка, помаши ручкой. Ручкой помаши, сказал. Паразит. Ладно. Не буду я его мучить, я его отпущу. Я лучше буду сейчас собирать ракушки. Вон там я вижу большую ракушку. Сейчас. Ну все, всем пока. Крабе, давай, я опускаю тебя, и ты уплываешь. Понял? Пошел. И уплыл крабе. И перевернулся. Перевернулся, он шизеет. Он перевернулся, он шизеет. Сейчас он побежит. О, рыбка к нему подплыла. Рыбка подплыла. Ну-ка.
ты не опух? Эй, зверь педальный. Ты не опух, зверюка педальная. А ну давай, пошел, пошел. О, во. А вот около него рыбка. Рыбка около него. Он до сих пор не вне себя от счастья. Неужели меня этот никчемный двуногий отпустил? Да, я отпустил, потому что мне нафиг не нужен. Ты мне нафиг не нужен. Все, гуляй. Гуляй. А я поплаваю. Охота на крабов состоялась. Теперь можно спокойно ставить галочку в программе отпуска. Охота удачная, мороженое вкусное, дымная водка, это не водка, это ликер, 18 градусов, это, знаете, так себе можно. О, еще один крабчик, сейчас его засниму. Так, смотрим внимательно. Вот он в воде, крабчик. Видите? Крабчик в воде. Видите или нет? Смотрим. Сейчас мы будем пугать. Будем его пугать? Будем. Да-да-да. Да-да-да. Он не понял. Ага, вот теперь он понял. Вот теперь он понял. Вот теперь он побежал. Вот теперь он побежал. Вот теперь он побежал. Ну вот. А я же говорил. Я же говорил, ну это какой-то мелкий крабе. Мелкий такой, хилый, неопытный, скажем так, да? Я маленький, неопытный, потому я такой вот. Ну ладно, бегай, 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 бегай. О чем я там говорил? А, мороженое классное. Охота на крабов состоялась, селедочек полно, и вот заметьте, 9 дней мы здесь, и за все 9 дней был только один единственный раз, когда мимо моего сына проплыла медуза и просто прошлась немножечко по ноге. Смазали мазью, на следующий день от ожога ничего не осталось. А так вот до сих пор вода чистая, теплая. Народ веселится, народ бесится, народ отдыхает. Ну и мы вместе с ними тоже отдыхаем. Ракушек набрали, будем делать гирлянды под люстру. О напоминании об отпуске в Италии. Ну что ж, ладно, сейчас схожу в душ. Схожу в душ. Посмотрим, что к чему. И может сходим еще в кафе, купим пиццу. Да, сейчас 5 часов вечера, плюс 35. В 5 часов вечера плюс 35. Вполне нормально, вполне нормально. Идеальная погода для отпуска на море. Так. Ну, крабцев я уже нескольких штук сейчас вам показывал. Рыбку, не знаю, видно там рыбку ту, которая около краба плавала, не видно. Я надеюсь, ее будет видно. Ну, отпуск продолжается и отдых продолжается. Селедочки. Ну, елки, я хотел вас заснять. Селедочки, я хотел вас заснять. Я, правда, не знаю, как называются эти рыбы. Я их просто называю селедочки. Селедочки! 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 Куда же вы? Эй! Ай, уйдем! Красавчик! Обалденные звери. Обалденные звери. Обалденные звери. О, это
ус у него такой аж сюда торчит. Вот это да. Вот это животное. Круто.